Здравствуйте, вы смотрите обзор рынка криптовалют от Альпари. И сегодня утром в пятницу основные криптовалюты снижаются. За биткоин предлагают 4054 доллара, за один эфир 284. Крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов CME Group отказался от идеи о добавлении фьючерсов на биткоин. В прошлом году CME запустила индексы биткоина RTI и BRR. По замыслу представителей биржи, эти индексы должны были лечь в основу производных финансовых инструментов – фьючерсов на биткоин. Однако, впоследствии компания решила кардинально пересмотреть свои планы. Но пока одна из крупнейших в США бирж колеблется со своим решением, внедрением биткоин-деривативов активно занимается конкурент CME – Чикагская опционная биржа, которая планирует до конца года запустить торговлю криптовалютными деривативами. Это были все новости. С вами была Анна Кокарева. Смотрите обзоры рынка криптовалют от Альпари, и вы всегда будете в курсе новостей.